Всем привет! С вами новости Технониколь. В Технониколь работают не только профессионалы, но и очень креативные сотрудники. Когда в Выборге встал вопрос о ремонте стены, оставшейся после сноса старого цеха, коллеги обратились за помощью к художникам и вместе разработали яркий и необычный макет. Сотрудники завода приняли участие в покраске стены. Теперь стена украшает площадку, создает бодрое настроение в рабочие будни, радует гостей, водителей, сотрудников и отражает историю завода в городе Выборг и его особенный дух. Мы вместе, мы Технониколь! А мы перенесемся из Выборга в Хабаровск. Хабаровский завод «Базолит» празднует юбилей 55 лет. Поздравляем заводчан с праздником! В ноябре свой день рождения празднует и сама корпорация «Технониколь», которая была основана в 1992 году. Ко дню компании каждый год наши сотрудники по всей стране делают добрые дела. Например, в Нижнем Новгороде сотрудники «Технониколь» оказали помощь социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних детей, закупив необходимую мягкую мебель и медицинские атрибуты, а также устроив сбор вещей для неблагополучных семей. В Заинске коллеги высадили прекрасную аллею, которая долгие годы будет украшать город. А в Юрге коллеги помогли детскому саду «Почемучка», поменяли окна и крыльцо. Теперь детям будет тепло и удобно. Благодаря СБЕ «Минеральная изоляция» и «Полимерная изоляция» семья Игоря Горбоноса с 8 детьми из деревни Колодезь Калужской области получили строительные материалы для нового дома. Еще один подарок в наш день рождения получил Роман Лаухин из Самары. Технониколь оплатила изготовление реабилитационного комплекса и полноценного ухода за парализованным больным. Очень приятно то, что вот именно в наше время есть добрые люди, которые стараются помочь нуждающимся. А добро, оно как бумеранг, возвращается. Добрые дела Технониколь творит не только в России, но и в Европе. Сотрудники TN International исполнили мечты детей с неизлечимыми заболеваниями, подарив им подарки, о которых дети давно мечтали, а также сделав благотворительный взнос на их лечение. Спасибо вам, коллеги, за ваши добрые сердца. С вами были Коля и Оля. Специально для Технониколь.